И снова здравствуйте. И еще одна новинка от Kärcher. Это аккумуляторный распрыскиватель всего, в принципе, вот. Удобрения, просто вода и всякая всячина. Ну, перед тем, как буду рассказывать дальше, пройдемся по характеристике. Давление 3 бара, 30 литров в час. В час, ребята, в час, это очень экономно. Емкость у него 4 литра. И самое интересное, это с аккумулятором, который сейчас стоит, 2,5-амперный, 18-вольтовый, 400 минут, то есть, а 5-амперный 800 минут. Ну, там уже посчитать можете сами в часа, сколько получается. И весит всего 1,8 килограмм. Ну, и сейчас мы подойдем, расскажем, что еще. Вот, есть палочка, выручалочка. Тут мы можем ее... Все металлическое, кстати, да. Латунь, походу, да. Вот, видим, тут можно вообще раскрутить. Такая палка внутри. То есть, можем до 75 сантиметров раскручивать длину. Вот, видите? Так и так. И тут его просто стягиваем в этих местах, чтобы он, как говорится, не ходил. Вот. Также меняем тут. Я покажу потом распрыскивание. Больше дождик, как говорится, точечно. Тут мы нажимаем, и он будет прыскать. Тут это все подсоединяется. Тут кнопочка on-off. Тут вот видим стаканчик. И стаканчик нужен для того, тут показано, да, вот, да, 120 миллилитров. То есть, если мы хотим залить какую-нибудь, там, не знаю, то ли химию от каких-то насекомых, еще что-то. Ну, короче, или удобрение к воде. Вот. Это такой стаканчик. И также вот сюда заливаем воду. Тут вот так, опс, открываем, снимаем. Видим, тут этот насосик. И вот сама емкость. 4 литра. Ну, все очень просто. Как говорится, чем проще, тем лучше. Что люди у нас в наше время думать не хотят. И что интересно, тоже очень удобно. Вот рукоятка сувается сюда. И вот такая вот вода. Берем и работаем. Ну что, к делу? Ну вот, ребят, например, мы в теплице. И подключаем. Звучит довольно тихо. И нажимаем. Вот такая. И распрыскиваем. Очень удобно. Есть растения, которые не любят, например, чтобы большое было давление большое. Если надо что-то поменять, вот тут видите, можно поменять. Вот, такую и до дождика. Вот, если видно дождик. И поливаем. Блин, надо, это долго можно убирать и поливать. Удобно. Длинненький. Видите, там помидорки, огурчики. Все полили, и все прекрасно. Вот такой еще хороший аппарат. И то, что мы можем с ним работать долго. То есть с места. Долго с места. Вот даже такая линия есть. Так что так, ребята. Новые аппараты у Kärcher все время, так что не отписывайтесь, будет еще много-много новинок. Всем пока!